Право определять и изменять конституционный строй Украины принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством либо должностным лицом, неважно каким способом и образом они пришли к власти, в том числе и через кровь. Никто не может узурпировать государственную власть. Сегодня мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне и принимать то беззаконие и попустительство радикально настроенных групп, диктующих условия жизни нашего народа. Поэтому с сегодняшнего дня прокуратура Автономной Республики Крым работает в полном объеме, в интересах народа Крыма, защищает его интересы, законные интересы, и предоставленные Конституцией, основным законом государства, права. Для этого я сегодня была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым, чем благодарна Совету министров Автономной Республики Крым. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины. И прокуратура будет отстаивать интересы и права только народа. У меня все.